Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ежедневные награды мы с тобой забираем, и у меня 344 доллара. Это круто, потому что я могу себе купить либо откаты, либо телепорты. Но мне нужны телепорты. 30 штук всего лишь-то. А, фиг с ним. Берем. Откаты у меня, слава богу, есть. Так, что у нас тут? Колода, конечно же, ребята. Открываем с вами бесплатно пак. Кто нам там выпадет? Змейка Вьюн. Так, насколько я помню, задания я все выполнил. Откат будет через 7 часов. Так, в магазине нам, наверное, ничего не светит. Угу. Крысиный король есть. Донателло фильм у нас есть. Так, жетонов. Монет у нас с тобой 36, а жетонов 130. Ладно. Ну что, мы с тобой, наверное, сегодня, кстати, воскресенье, да, завтра понедельник, завтра будет у нас новая неделя, поэтому нам нужно с тобой выбиться в топчик. А в данный момент я нахожусь на Лиге Мастеров 3 звезды, и ранг, как ты видишь, 65-й. А завтра мы с тобой Шреддера переведем на 5 золотых звезд, и это круто на самом деле. Ну что, давай приступим потихонечку и выберем с тобой, наверное, Леандро. Да, возьмем с тобой Леандро. Я думаю, мне хватит, наверное, откатов, да, зайти в топ. Поэтому я не буду здесь, как говорится, жадничать. Будем с тобой полностью шиковать. Не будем жалеть персонажей. Все, как говорится, шикуем, короче, на широкую ногу. Нечего тут зажиматься. Уже 65-й ранг, ты видел же, да? То есть, грубо говоря, нам нужно всего лишь 6 боев с тобой выиграть. И я думаю, что без фейлов на этот раз. Так, падай давай. А то стоит-то, видите ли. Постепенный урон, конечно же, друзья мои, его подбил. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Посмотрим, какая у нас сейчас позиция будет. Я думаю, где-то 55-я. Нет, 57-я. Но это меня все равно не расстраивает нисколечко. И здесь я возьму, наверное... Екатерину. Да, я возьму Катю. Сделаем с тобой вот таким вот образом. И раз, два, три, четыре. Какие раз, два, три, четыре, когда у нас 5 бойцов? Двух я беру уже заранее, там всего лишь 3 можно взять, а я уже разогнался. Ну все по привычке, ребят. Так, ну что, Усаги, как всегда, со своей вертушки начинает. Чпок, и готово, да? И мы делаем с тобой заключительный удар. Сегодня, кстати, надо будет допройти нам с тобой смятение из другого измерения. Правда, на самом деле, я не знаю, что нам там делать. Все персонажи, которые мы там зарабатываем, у нас есть. А там у нас в основном идет классика. Хотя нет, друзья мои, по-моему, из классики... Слушай-ка, действительно, у меня классика вся прокачана. Донни прокачан, Лео прокачан, Рафаэль и Майки. Да, получается, что все... классические и оригинальные черепашки у меня прокачаны. Ну и что? Да? Лишними, как говорится, ДНК не бывает. Их всегда можно переработать в сюрикены. А сюрикены — это местная валюта, за которую мы с тобой приобретаем в магазине ДНК на персонажей, которых у нас нет. Ну что? Давай-ка попробуем еще разок козырнуть. Так, Усаги крутит-вертит. Неплохо. Я надеюсь, что... Да, мы тут всех уроним. Упс. Пардончи. И мы двигаемся с тобой дальше. То есть мы могли бы даже с тобой отыграть всех... Ну, не всех, а большинство слабых. В этом раунде, да? Не в этом раунде, а в этой игре. Но зачем? Если у нас сейчас будет какая? 41-я позиция. То есть, грубо говоря, еще 5 боев. Это так, в среднем я беру. И, в принципе, не вижу никаких препятствий. Так, давай, наверное, вот этих вот возьмем с тобой. Карайка. Так, нам нужно с тобой как-то будет еще поиграть в черепашки-ниндзя спасание Палузы. Мы же с тобой ее не прошли. И я, знаешь, что думаю? У нас ведь там очень-очень много персонажей, да, которых мы с тобой даже и не видели. Потому что я их не выбирал. Я думаю, если мне все равно проходить по повтору, так почему бы нам во время прохождения просто не сделать как бы нарезку такую из всех персонажей, которые есть в игре там, да, и посмотреть, что они делают. Я вот так вот, ребят, наверное,
сделаю замуточку. Поиграю сегодня, завтра, не знаю, когда точно. Но сделаем нарезку из остальных всех персонажей. Посмотрим, что они умеют, какие у них способности, да. И конечно же, к последнему боссу надо подойти как можно больше, чтобы было житух. Как я там шел. Ну, видишь, я на самом деле не думал. Я думал, может, там еще будет какая-нибудь конти, как оно есть, да? Ага, а тут мне фигу с маслом показали. Сказали, парень, иди, начинай все заново. Сглупил, конечно. Но, как говорится, на ошибках учишься. Грубо говоря, эту игру можно пройти за 2-2,5 часа. Не напрягайся, друзья мои. Так, ну что же, погнали. По Спайдермену, друзья мои. 90% у меня уже выполнено основной сюжетки. Как только наберу 100%, ребята, сразу перейдем в DLC и будем там выполнять тоже на 100%. Вся сложность в чем происходит, ребята? В том, что нужно искать вот эти вот криминальные, как тебе сказать, забастовки. В общем, это надо прыгать по всей карте и именно вынюхивать, выискивать их. В этом, в принципе, очень много времени тратится. Если бы это показывалось на карте, где оно находится, я бы уже давным-давно все прошел. А так приходится все искать самому. Ну да ничего страшного. Как только сделаю на 100%, сразу же продолжим проходить DLC. Там черная кошка. Там же у нас и этот, как его звать-то? Я уже не помню. Могила, надгробие, как его, кувалда. Ну, в общем, ты понял, да? Есть там и собли еще, конечно же. А также у нас, я не знаю, ребята, как мы будем с вами вот испытания там дополнительно чудилы проходить. Это труба, у нее там слишком жесткие, но я попытаюсь, постараюсь. И Моралес, наверное, тоже придется на 100% выполнить все. Ну, правда, не игра плюс, а хотя бы обычную сюжетку. Так, ну что? Давай. Какое у нас будет? 10 место? 12. Ну что, грубо говоря, еще бой другой, и все, и мы с тобой в топе. Я возьму здесь, наверное, я... вот, Дениску. Дениса возьмем, возьму здесь Леонардо. Бакстер Стокман, пускай у нас будет. Ну, вот такая вот команда на этот раз. Специально осталось себе два откатика, на всякий случай, ребят. Если не хватит, нам допройти, чтобы мы могли его использовать. Так, ну что, уклоняшка. Посмотрим, хватит ли духа у них. Да, ну какой там у них хватит духа. Ну, не упадут, наверное, да? Ха, морзина кошка упала. Так, ну что, тогда мы сделаем с тобой следующим образом. Уничтожим Рокула. Упс, не уничтожил. Сделаем так. В инвиз уходит. Вот и зря, я мог бы сделать массовую атаку. А теперь им крышка всем. Вот и все, что и требовалось доказать. Идеальная победа. И смотрим. Ну, вряд ли сейчас мы с тобой возьмем первое место. Скорее всего, будет там где-нибудь двух-трех ступенек не будет хватать. Двух ступенек. Ну, я тебе говорил, ребят, второе место. Ну что, давай последний заключительный бой. Это у нас будет Джао. Джао какой-то. Возьму я сюда, наверное, Усаги. Возьмем Зека. И вот этих ребят. Интересно, упадут или нет, как думаешь? Из сильных только один Усаги и Зек. Но Зек меня разочаровал в последней игре. Так что я на него вообще никаких надежд не возлагаю. Да, и Усаги тут что-то схандрил, если честно. Угу. Причем Усаги, ребята, сходил первым. Так, тихо-тихо-тихо. Тут начинается разбор полетов. Так, кто-то должен упасть. Кто-то должен упасть. Я думаю, что это будет, наверное, Рафаэль. Тогда мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Сделаю я массовую атаку, ребят. И добьешь, Змейковьюн? Упс, не смог. Тогда Усаги сделает. Все, друзья мои. Ну что, мы с тобой залетаем на первое место. Думал, сейчас, наверное, пофармим с тобой гербов. Да? Ну, решил не делать этого. Решил не делать, а решил я пройти испытание Усаги. Да? Испытание Усаги, ребят. Ну, а почему бы и нет?
6 эпизодов. Сейчас мы посмотрим, кого нам тут дадут. А дают нам, как всегда, ребята, фуфлышку. По-другому не сказать. Ай, Рафаэль, как ты будешь у меня здесь, Рафаэль один? С этой толпой. Я не знаю, ребят. Но понеслась. Ну, сколько пройдем, столько пройдем, да? Так. Мутагеноид. Походу, дело самый слабый здесь, да? Так, ну что, Усаги, будешь отдупляться? Будешь. В плане, а почему постепенно урон его не уничтожил, а? Это было странно немножко. Но, тем не менее, мы с тобой первую битву прошли. Неплохо. Этих ребят будем скоро убирать с тобой. Тут однозначно. Даже вот сейчас вот нам придется их убирать, потому что здесь уже будет уровень серьезный, да? Ой, я не успел, ребята, убрать. Я не успел убрать. Зачем? Как так сработало два раза-то? Ну все, сейчас посыпятся головы. Сейчас посыпятся, ребята, головы. Естественно, грибы паршивые сейчас начнут свою магию применять. Хил. У нас хила нету. У нас с тобой нет хила, но зато у нас с тобой есть провокация. Ну что, давай сделаем так, наверное, паутинку. Ответку давай. Давай. На тебе. В ладошки. Хопа. А холодильнички себе бросим. Лови. Ему по барабану, ребят. Ему, опс, кто-то сейчас ляжет. Скорее всего, упадет, ребята, кто-то. И это будет Рафаэль, да? Нет. Слава богу, наш Рафаэль успел его бомбануть в ответку, да? А так бы постепенно урон забрал бы парочку персонажей из моей команды. Ну ты что? Вот что ты мне прикажешь делать? 60 уровень. Тут только один вариант, друзья мои. Вот так вот. Идти одним Рафаэлем. Ставить это все на автобой и любоваться, как он будет их... А будет ли он их разбирать, это другой вопрос. Он уже, смотрю, люлей-то получает. Так, ну смотри, грибы он эти валит вообще на изи. Так, круто. Сейчас постепенный урон, да? Отлично. Ну, Саги, естественно, делает баф на себя. Но он его не спасет, если честно. Ты видел, как у него шкала заполнилась? Это офигеть просто. Моментально. Ну и все, вот он и упал. Он еще поклонился нам. Правильно, знает, кому кланяться. Ну, а мы с тобой продолжаем. Я не знаю, ребят, докуда мы с тобой дойдем, до какого предела. Ну и все эпизоды вряд ли мы пройдем, потому что я помню, насколько он лютый будет там в конце. Уже 70 уровень, понимаешь? Вот в данный момент 70 уровень противника. То есть мы уже будем с тобой получать урон. Даже от этих грибочков, если, конечно, они выживут, в чем я сомневаюсь. Так, Усаги делает месть. Я его понял. Так, пол хп. Почти добили. Он делает вертушку. Постепенно урон повесил. Ну и мы его, естественно, ребят, добили. Хорошо, впереди еще два эпизода. Это будет, я как понимаю, 80 уровень и 90. Ну что же, эпизод 5. Труба, конечно, дело. Я не знаю, можно попробовать на последнем эпизоде взять всю бравую команду. Хотя, о, ты посмотри, как он влупляет. Ты просто полюбуйся. Да тут и грибы неплохо отжигают. Ты посмотри. Ай-яй-яй. У них двойная атака плюс усиленная атака. О, заблокировали способности-то нам, Раф. Мы с тобой как эти, без защиты, без всего. И защита есть, конечно. Да. Пол хп. Теперь смотрим, кто кого. У нас чисто защита. Ой, опять блокирует. Так, это баф пошел, да? На контратаку. Это плохо.
Он сейчас будет постоянно бомбить нас. Делает вертушку. Скорее всего, Рафаэль здесь не выживет, ребят. Плюс постепенный урон на нас повесили. И он, скорее всего... Ать, это ему повезло. Это ему повезло, ребята, очень крупно. И нам повезло, что он промахнулся. Да что ты? Как такое может быть? Смотри. Раф, ну ты красавчик. Как вот он, ребята, сейчас против Усаги выстрелил. Ты видел? Он просто стоял до последнего. Он молодец. И это он еще... ребята, без бафа был. Если бы у него была бы усиленная атака. Ну, здесь, я думаю, мы сфейлимся. Даже идти сюда не стоит. Так, кто у нас тут? Леонардо. Ну, это нам не нужно, друзья мои. Это нам не нужно. Я, наверное, все-таки попробую вот здесь вот вытянуть. С горем пополам попытаемся. Учебнички нам выпали. Катушка с пленкой. Как я этому рад, а, ребят? В кавычках, конечно же, в кавычках. Мне совсем не это нужно. Все знают, что мне надо. Мне надо вот это. Вот это мне нужно. Это мне нафиг не нужно. Вот это вот все, что здесь еще есть, мне нафиг не нужно. Мне нужны вот эти вот орнаменты. Только они мне оставляют. Их нужно очень много. Аж там, по-моему, 11 или 10 штук. Так, ну что, я обещал допройти смятение, да? Из другого измерения. Вот оно. И остается нам с тобой пройти оригиналов. Ну и тут еще три боя. Так что приступим, наверное, отсюда. Возьмем-ка Донателло. Почему-то у меня Армагон серьезно покоцанный и неотхиленный. Почему это так произошло, я не знаю, ребят. Ну что же, поехали, начнем с Леонардо. Отлично. Так, хиляться, наверное, я думаю, пока не стоит. Эть, тихо. Ну что делают, а? Берем провокацию, потому что мне не нравится, что они на Бакстера Стокмана начали тут прыгать. Угу, бросается. В ответочку. Сняли мы броню. Ах, сейчас получишь, допрыгаешься. Так. Давай вызовем с тобой маузеров. Минус это. А этот как-то выжил. Интересно. Так, сюрики. Ну и остается только лишь добить охламонов. Проще пареной репы, ну согласись. Разобрали, даже не вспотели. Ну что ж, двигаемся там и далее. Это у нас оригиналы. И остается три последних поединка. Три последних поединка. Давай сюда запрыгнем. Майки. Ну, в принципе, да, Майки у нас всегда был в составе. Как бы дополнительный хиллер. Я от него не отказывался. Единственное, что он, конечно, как боец не алё. Но как хиллер, да? И как дающий уклонение, он даже... Ого-го. Так, я что-то не понял. А почему здесь, ребята, у всех броня висит? Это маузеры, да, постарались? Это именно они делают. Так, я не буду здесь вертушку делать. Хотя можно было бы сразу снять всем броню. Но я не буду. Так, минус в плане. Выжил? Ой, зря ты, парень, это делаешь. Так. Слушай, вот. Две брони у них настакано. Ребята, две. Добьешь? Красавчик. Снимаем. Плюс еще и ребята немоту повесили. Так, Ванюшенька, Ванюшенька, падай. Солидно. И маузер упал. Так, ребят, вторая волна. Смотрим, кто у нас тут. Грибы. Так, надо их срочно... Я, наверное, хильнусь для начала. А теперь поехали. Усаги, будь добр, сразу завали их всех. Ну, я имею в виду, все грибы эти. Да. Что-то пошло не так, да, как говорится. Ладно, Леонардо сделает черное дело наше. Всех вальнул. Ну что же, мы с тобой тогда продвигаемся далее. Что там за гонщик еще за окном? Так, вот оно, значит, предпоследнее наше испытание.
предпоследнее испытание, и я думаю, что пройдем на изи. Так, грибы опять, да? А и зря ты так делал. И ты зря так делаешь. Сразу. Почему-то этот не уложили с первого удара, а тот уложили. Как это понимать, не знаю, ребят. Ну что, застанем? Застанет, не застанели, но повесили на него немоту и добили. А тут у нас хан. Ну давай, наверное, с него начнем. Постепенночку, пожалуйста, Раф. Постепенночку. Нормуль. Так, Донни, не плашай. Да ну нафиг. О, нормуль. Так, теперь Джастин. Так. Отлично. Ты упадешь, гаденыш, или нет? Давай-ка мы, наверное, с тобой месть сделаем на всякий случай. Ух, хорошая была месть, хан упал. Ну, в принципе, ребята, именно этого я и ожидал. А зачем ты так делаешь, а? Зачем ты так делаешь? Ведро ты помойное, а? Скажи-ка мне на милость. Ускорение? Ой, зря. Ну, ты дичь. И добивочный, на-ка. Месть — это, конечно, хорошо, ребята, когда он за каждого, да, нашего юнита, которого атакует, делает контратаку. Вот это и есть месть. Ну что же, а вот, вот, ребятушки, и Крэнк собственной персоны. Так, а нас сначала встретят грибы, да, вместе с Бакстером Стопаном. Ну что, массовых атак у нас нету, поэтому придется грибы, наверное, саморучно уничтожать по Шурику. Уклоняшка. Уклоняшку я, наверное, пока тратить не буду. Хотя стоило бы. Минус. Дай-ка я, наверное, вот так сделаю. Хоба. Выжил. На, готовщинка. Ну что, гриб, да выпендривался? Ой-ой-ой, хильнулся, надо же, молодец. Красавчик. Ну и вот он сам, друзья мои, Крэнк собственной персоной. Ну давай посмотрим еще раз на его ухмылочку, на его потирание лапок. Такой довольный я. Ты посмотри на него. Сейчас мы его прижучим. Сейчас, секундочку, начинаем. Тыдыч, ой. Что это как-то. Вот, это другой разговор. А я еще вот так вот сделаю, усилю наших бойцов. Нет, 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 успокойся. Побух. Смотри, что он сделал, да? Антииммунка, или как это называется, ребят? Вот это вот красное, да? Пока. Сюрики. Эй, Донни, Донни. Все приходится делать Леонардо. И он делает это на 5 с плюсом. Все, друзья мои, а Крэнк, как ты видишь, отдуплился. Ну, а мы с тобой, естественно, будем открывать все эти сундучки и тому подобное. Пропускаем. Это мы с тобой видели, да, конечную заставку. Получаем пак, само собой. Так, ДНК из другого измерения. Леонардо, Рафаэль, Рафаэль, Майки и сюрикены. Собрать и сбросить, конечно же. Во, смотри, Рафаэль видение нам выпал. Донателло видение. Слушай, неплохо. Очень неплохо. Так, Леонардо фильм у нас прокачан. О, Донателло ролевой. Слушай, ну я тебе скажу, что раз, два, три. Три ДНК очень даже полезные выпали. Так, это все у нас есть. Это все у нас есть. И это все у нас есть. А ведь точно оно есть? Может быть, я ошибаюсь? Кто у нас по классике, ребят? Не прокачан. Оригиналы, я знаю, точно все прокачаны. На 5 звезд все. Так, на классике Майки прокачан на 5 звезд. Получается, да? Так, кто еще? Донателло прокачан тоже, как ты видишь, на 5 звезд. Рафаэль тоже на 5 звезд. И Донателло. Где у нас Донателло? Донателло классический. А, вот он. Тоже, ребята, на 5 звезд. То есть оригиналы и классические черепашки у нас все прокачаны
на Петифан. Так что не стоит даже переживать. В общем, ребята, до конца нам нужно подождать сутки. Ну, грубо говоря, да? То есть завтра у нас будет прокачанный Шреддер, да, на 5 звезд золотых. И если я не ошибаюсь... Так, подожди, мы с тобой кого хотели прокачать? Я имею в виду именно по скиллам. Шреддеру... Нет, подожди-ка, или Шреддеру? Шреддеру... Я прокачал, ребята, по-моему, это, да? Ему нужно было. Или... Твою же налево, я уже забыл, кого мы... Что хотели качнуть? Я помню Сплинтера, говорю, да? И все-таки, по-моему, этому Шреддеру, да. Вот этот навык я ему прокачал до 6-й ступени. Он был, по-моему, на 5-й. Так, и получается, что навыки у Сплинтера, блин, ну тут дофигища. Если мы завтра с тобой прокачаем Шреддера на 5 золотых звезд, я, наверное, думаю, что навыки нужно именно ему прокачивать, друзья. Да, вот эта вот массовая атака у нас откроется. Будем, короче, все это дело делать. Ну, а на этом, пожалуй-ка, подожди. Подожди секунду. Что-то я хотел сделать или посмотреть. И из головы у меня вылетело. Что я хотел сделать? Твою ж налево, забыл. Ладно, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!